Четвертая часть видеопрохождения метро Last Light начинается прямо сейчас. Не знаю, уж лоханулся я или нет с продолжительностью предыдущей части. Это будет для меня сюрпризом. Времени засек. Но теперь вот засекаю. 13:35. Запоминаем вместе. Так, ну, как вы прекрасно помните, стелс продолжается успешный. Ага. А вы говорите, можно было так делать. Ну вот, стелс продолжается, но очень недолго он это делает. Темно так, не видать ни хрена. Та-да-та-да-та. Ну, я напомню вам то, что продолжайте оставлять свои советы, комментарии, отзывы и прочие высказывания в комментариях к выпускам этим. Я все читаю, обращаю внимание и буду стараться следовать вашим советам и помощи вашей. Когда 6 часов отстоишь, и не такое померечится. Может, и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да свои это тырят. Потом Ганди по-тихому продают, сволочи. Внимание! Противник рядом! Ой, я забыл, что у меня не ножи на этой кнопке. Нам нужен другой пистолет. Товарищи, потери! Товарищи, у нас потери! Я понял. Да тише ли ты? Давайте. Получил. Еще что-нибудь кинешь? Больно, это ты еще не познал всю мощь моей пушки. У меня есть пушка. Да-да, что ж такое? Задолбал. Вот, все, успокоился. Да, как я и говорю, я буду стараться придерживаться стелс-тактики. Не всегда получается, как видите. Все мы не идеальны. Так, здесь, я думаю, фонарик можно уже включить. Что-то как-то такое ощущение есть, что начнется монстра стайл. Да, по-любому. Гадалки не ходи. Так, а что у нас там пишут в задачах-то? Все то же самое. Выбраться с территории красной линии. Ну, выберемся, значит, что. Мухи. Мухи — это недобрый знак, знаете. Хорошо, что фонарик есть. И надо его, кстати, подзарядить. Отлично.
А вот это какая классная штука. Так, кстати, надо поменять что-то. Ой, да что за дерьмо? Извиняюсь. А, ножей-то у меня не осталось. Вот беда. Ну ладно. Тогда гранаты пускай обычные будут. Что-то я так стабильно кнопки путаю, что это меня аж пугает. Не иначе, как волнуюсь. Простите. Давай уже догорай. Ну зато это, как бы... На всякий случай, мало ли вдруг там паук. Хащ. Ага. Да здесь прям совсем неуютно. Та-ра-та-ра-та. Ой-ой. Ага. Ништяк. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Да, я. Ну или тёзка, по крайней мере. Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив. Что я не да, Мельнику как будто не насрать. Но и не отказался выполнять его. Продолжаем. Вот ты, та блин, самая парень. Мелодия играет, классная. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. Мелодия шикарная, а конечно. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. На болотах. Что-то да, мне не брат. Нравится это. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. И с Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавец, красавец. Красавица, а? Ой, красавица, извиняюсь. Регина. Как в такую не влюбиться? Ну, как бы, да, не то хороша. Чтобы это бронепоезд, чувак. И потрудилась славно, столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что... Бери. Залезай. Охренеть, вот это душевно от души в душу, кузнец. Залезай, не стесняйся. Сейчас посмотрю, может, я спереть еще что-нибудь можно. Залезай, Артём. Ты ж не откажешь. Не бойся, не сломай. Да сейчас, ну что, я не знаю, за спешка. Тяу-тяу. Тяу-тяу. Попробуй да. Завести. Кстати, это... Я даже что-то только подумал, это-то что... Это-то её всё подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато что не было скоростных фонарь. Миссий пауков в движении. Пауков ты можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Окей. Спасибо, чувак. На самом деле... Ну не зря же здесь надпись это появилась, не правда ли? Че-то как-то это... Че-то как-то страхово. Че это за лампочка такая? А вот. Баян. Что-то как-то страхово. Ну ладно. Поехали, Регина.
Ну что, красавица, поехали кататься. От пристани отчалит теплоход. О, другое дело. Что-то какой-то фриз был нездоровый такой. Ладно, а, нет, все-таки давайте-ка посмотрим. Там фильтры. Фильтры должны быть. Да, точно. А здесь у нас что? Ага. Не знаю уж, зачем я сюда лезу. Езжал бы себе по прямой. Езжал бы. Да ну нахер, а? Так, быстренько посмотрим, что здесь. В жопу. Я прям чувствую, что в жопу. Надо уходить отсюда. Давайте, тусуйтесь, ребята. У нас своя дорога, у меня своя. Да. Фонарики — это хорошо, это добро. Получи, Андре. Да, прикольно. Давайте побыстрее поедем. От греха подальше-то. Эй, не догнал! Опаньки. Печалька. Печалька. Ага, питание нет, да, вы хотите сказать? Почему я не удивлен? Ой, ладно, что пишут? Найти электрощиток и открыть гермозатвор. Добраться до Венеции на дрезине. Окей. Ох, блин. Хоть раз бы все прошло гладко. А там что у нас? Там... Нет, туда явно не стоит суваться. Если уж другого выхода не будет, то... Ой-о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 й. Арахнофобам, конечно, здесь не сладко придется. Давай, чё ты, качай. Спасибо. Найти щиток. Найти щиток. Найди щиток. Найди щиток. Ох, мать твою, жопочно. Пошел в жопу! В жопу пошел! В жопу пошел, собаки нашили! Давай, вали, вали отсюда, козлина! Сучандра! Так, стоять на месте! Ну, кто тут рыпается? Ну, бежать! Сволочи! Ну давай, давай сюда, иди сюда, иди сюда. Чё, потерял голову? Козлина. На! Да тихо, тихо, жгу же, жгу. Козлы. Прям что-то меня взбесили они. Глеб... А тем более, Глеб, играющий за Артема, в страхе опасен. На! На! Что вы за настырные твари такие? Сдохните. А я жду уже. На! Собаки. Тихо.
Да что ж вы, бесконечные, что ли? А ну, так долбали! Патронов хватит на всех. Утихомирьтесь. Господи, как же неприятно ты здесь, а? Что-то прям мне это не нравится все. Щиток. Давай, щиток. Красавчик. Давай. Погнали отсюда нахрен. О, пошла возня. Свет появляется. Ништяк. Так вот, дальше он не идет. Лежать и не рыпаться. Лежать. Блин, неприятный прям момент, слушайте, ребята. Но прикольно, конечно. А ну, лежать, ссылка. Где-то тут еще один. Давай. На. Подыхай, сволочь тупая. Пошли вы все в жопу. Чё хочу? Иди, потусуйся. Не, уже нигде ты не потусуешься. Фуф. Да, это было. Фух. Чё такое? Чё у тебя случилось? Что за припадок астмы? Приступ. Понятно, почему у тебя припадок начался. Ой-ой-ой. Так, спокойно. Чего у нас там пишут? Убрать вагон с пути при помощи дрезины. Это каким образом? Может, просто тупо толкнуть? Давайте будем надеяться на это. Да, сейчас я только фильтр захвачу там. И приглядел. Фильтр. Здесь наверняка еще будет. Итак. Вот так вот. Давайте не будем нападать на Артема. И всем будет хорошо. Но здесь по-любому должен быть фильтр. Ребята, не оставляйте меня без фильтра. Да кто шумит-то так? Блин, чё, я зря что сюда пёрся? Ну ё-моё. Лежать.
Так, ребята, ребята, у меня прям что-то совсем опасения какие-то. Так. Так, так, так. Поперли. Ладно, бог с ними. Опять я забыл кнопку, на которую нужно менять фильтры. Ну да ладно. Т, что ли? Сколько всего-то у меня? 15-48. Ну, неплохо. Ой, ты что здесь делаешь? Попутчики нежелательные. Свалишься куда-нибудь. Не вижу ни черта. Сучка! Так, вот ты вот хоп, и сюда, и опа! Четко. Не вижу, сколько там фильтра осталось. О, да, детка. О, да. Ага, и чё? Угу. Так, давайте, у меня память короткая. Смотрим, как там. О, не-не-не-не-не. Смотрим, как там фильтр менять. Е. Нет, какой Е? Е? А, ну русская Е. Т, да, все верно. Я так и думал. Так, давайте-ка еще подзарядим. Фонарик. Фонарик подзарядим мы? Давай-ка вылезем и подзарядим фонарик. Во все оружие, так скажем, вступим в новый туннель. И-ха! Обожаю такие моменты. Ну давай сильнее. И-ха! Так, я думаю, наверное, противогаз можно снять. Да. И-ха! Шикарно! И-ха! Веселуха! Веселуха! Да что ж ты опять задыхаешься? Зря я, да, снял противогаз? Дожил? Все в порядке? Отлично. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Ну, само собой, не имею права не догнать. Эй, чувак, догоним. Тихо-тихо, дрезина, ты куда? Бронедрезина. Веселуха, как быстро закончилась. Печалька. Чё, а противогаз-то? А, я не в противогазе был. Туплю, извиняюсь. Ну, вы уже привыкли, наверное. Так вот, чё там у нас задачки?
Добраться до Венеции на дрезине, а? Ничего оригинального. Погнали. Уи-ха! А я уже думал, все, веселуха закончилась, а нет. А может и закончилась. Нет. Мой любимый пистик. Ах ты сука! Ой-ой, извините. Сучара! Тише. Пришел с миром. Будем. У нас оружие. Ей-богу, оружие. Лениным клянусь. Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. Да я не хочу, я добрый детишки. Сам. Я нас убивал трожь, всего, не знаю, человек 100. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики... Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Что делать-то? Что делать-то? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? На дуре. Стрельба-то какая была? Не понял. Стрельба! Ага. А теперь тихо. Посмотрим. А вдруг отбились? О, а тюнинг, чего? Да, я забыл совсем. Не про тюнинг. Но придут еще. Подождем. Тюнинг. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины. Прикольно. Не знаешь ты, Яша, жизни. Ну давай установим. Дай тебе Бог и не узнать. Давай, давай. С этой стороны. Так что, ну, пойдем так. Наших выручать? Да что мы там навыручаем? Вдвоем. Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Нет, вы... Ну не давай, да? Собираться тогда. Я оптика. Вам дам собираться. Оптика была. Лап с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких вояк, как вы. Ну, для этой штуки не нужен такой. А вот на другой зачем? Пистик. Зачем? На вот этот ты пистик меня потащил, пень можно старый. Поставить. Послушал Андрея Кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. Ну да, вот это. А вот теперь вот нам установим. Всем крышка. Из-за ага. Тебя и кузнеца твоего, урода. Да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих до нас. Ну, это... А ты на него... На, ладно, вывез, не как будем. Же? Бандитам в руки вывез. Тюнинг. Откуда ему про бандитов знать было, а? Коллиматорный прицел. Должен был прицел. Знать, раз обещал. Коллиматорный поставим обычный. От них-то он нас спас? А толку, если теперь к бандитам все попадем? Дура ты! Глаза б мои на тебя не смотрели. Убойная сила на расстоянии вот падает. Скажи, чего ладно, бежать-то не будем. Надумал? Так окей. Подходи еще. Да кто тебя такого богатыря взял бы? Это раньше. Так, что у нас там по задачам? Я так и не понял. Ничего нового не появилось. Мать говорит, убьют в первый же день с твоим везением. Ну то бишь, это опять какой-то моральный выбор мне тут ставит, но я что-то не понял, как я могу повлиять на их благополучие. Ладно, может там видно будет. Я-то 20 лет отслужил. Ночное видение. Дали пенсию. День 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подумать. Решил предать. Хотя где я тебе нужен? А чё, я не понял, почему на дрезине-то? Да, на дрезине же можно. А наша станция на самой передовой. В прошлую войну побежали. Поехали. А там заказ. Хрен ли. И всех, пап, ребятишек, стариков расстреляли. Счастливо. Так что я теперь ученый. Пустите, умоляю, не надо.
Так, здесь нужна помощь Супер Артема. Нет никого. Короче, протело. Давай ты первый раз выйдешь, а я пока на стрёме. Лады! Давай, сука, разгаляйся! Пожалуйста, не надо! Не надо! Слышишь, коза, что ты копелишься? Что тебе для пацанов жал? Нет! Нет! Помогите! Спасите! Заткнись! Сейчас я спасу тебя. Заткнись! Заткнись! Стасок! Давай быстрее с ней! Валить уже надо! Чё-то она от того, не того. Чё-то... Эй, корешок, а ты чё там затихла? Вот чё он затих. Ты живая, подруга? Ну, блин, ё-моё, не успел. Откуда звук? Откуда придет? Что-то я не понял. Блин, жалко, не спас деваху. Ну ладно. Вылазь реально, хуже будет. Ага. Извини, не дал договорить. Ну, я хотя бы попытался. Все сто раз обшмонали уже. Не, ну чисто вдруг что осталось там, маслята или еще что? Ну барахла вон у нас чисто, что? Ну ты, мля, давай там шурши тогда в темпе. Пацаны там на хате уже поляну небось накрыли. Ну бачу, да бачу. А хорошо сейчас пошло, жирно. Ага, один сзади, и мы тут вот. Караван за карабан. Мираж жизни. Извините. Чем такое? Вот что. Поход сквозняк. В голове. Ха-ха-ха! Вот прибор ночного видения такой, без пистолета не помешал бы тоже. Ты чё там? Чё там происходит? Сейчас я тебя спасу. Баба! Ну, спускай портки тогда. Нёркой будешь. Нахер твое очко нужно кому сейчас? Ладно, петушара дрессированный нам тоже задится. Живи пока. Че смотришь? Сквозняк. Ну лады. Братишка, развяжи меня. Я не могу больше, развяжи. Сейчас развяжу. Спасибо, брат. Теперь развяжи. Развяжи. Погоди. Давай сейчас я тут помародерствую чутка. Чё, братишка, куда? Развяжи. Куда торопиться-то? Я не могу больше, развяжи. Давай, спешка, она. Поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо, давай, брат. Давай только я ты думал, не будешь Павлом всё. Вторым. Наших угнали все. Детишек. Женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Здоровый какой. Я отгоню дрезину, сможешь проехать.
Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша. Да, я вообще не тороплюсь. Давай, шустрее, чувак. Возвращаемся к нашей любименькой дрезиночке. Там у нас что? Ничего хорошего. Так весело качается. Качается пистолет. Да не за что, брат. Не за что. Ты же брат. Брат. Посиди пока тут. Отдохни. Вот видите, какой стелс клёвый у меня получился. Вообще без осечек. Счетчик Гейгера. Ой, да блин, что я опять путаю? Кнопки. Дальше пешком. Опять пешком. Разведывать обстановочку. Я гляну на, если не покажется. Значит, гнилая тема какая-то. Тогда маякуй. Понял на. Чё тут? Чё тут? Опа, чё это? Чё это? Солдатики где? Где солдатики? Вот тормоза. Не понял. Чё, они там вроде здесь? Прям голос рядом. А, вот он. Нет, это не он. А, вот он. Извини. Не успел спрятаться. Та-ра-та-да-та-да-та-ра-та-да-та. Та-та-та-ра-та-да. Та-ра-та-та-та-ра. Ничего ценного в туалете, ну надо же. А вот что-то есть, что-то. Опаньки. Я знал, верил. Кто храпит? Кто храпит на посту? Так, ладно, мы потихоньку разведуем дислокацию противника. Сегодня баланда твоя типа не воняет особо. Еще, бля, пару лет и научишься. Найти рубильник, открывающий ворота. Окей. Так. А? Ага. Ничего. Ну как тут чё? Скучаешь? Ничего, нормалёк здесь всё. Пусти, на наш век тем хватит. Сейчас, бля, пацаны вернутся. Пойдём мыло ховстрим. Ага. Попал я. Стрелка в стену. Да ну иди сюда. Бабло. Надо было сгустить. Зачистка. Эх, не факт. Ой, блин. Он, блин! Опять не та, не блин, то, не блин, то опять. Пусто. Какой же фейл?
Господи, даже смешно. Вот же сука! Ну вот, там на 1-2 остались, я надеюсь. Сука, готовь вазелин, бля! Пацаны, суки, братву, натянем сучару! Да вряд ли получится. Не, серьезно. Братка завалил, сука! Перезарядка! Перезарядка! Вот тебе перезарядочка еще. Наверное, можно уже не бояться запалиться. Получай, падло! Опаньки. 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 Чё за звук? А, вот чё за звук. Маслины. Сейчас я тебе ещё грибков подкину. Зачистка поезда. Все вышли из вагона. Так, чё там, чё там, чё там надо? О, ворота открыть, да, какие-то? Хорошо ли это стекло-то бить? Маслята! Маслята вышли! Хе-хе-хе. Ну и как их открыть? А как их открыть? Так, так, так. Что-то я пропустил где-то, да? Ладно. Ну, в поезде вряд ли, да? Наверное, все-таки по левый фланг. Нужно искать что-то. Да. Конечно, с гранаткой я фейланулся знатно. Ой, а теперь можно свет зажигать. Так, так, так. Так, это понятно. А, вот же. Ну вот, отлично. Все-таки забавно так трясется пистолет. Поехали! Мы едем, едем, едем в далекие края. Что-то калашом вообще я не пользуюсь. Надо, надо будет как-нибудь вспомнить про него в нужный момент. Так, фильтр. Фильтр — это дело хорошее. Разговоры — это дело плохое. Ты чё, бля, опухаще в натуре? На стрём! Бугор сказал, если шныряк кого прощёлкает, спросит как суп. Всё, бля, без базара, двинули. Какие братаны вообще по понятиям, они разговаривают. Вообще молодцы. Чё ты взял? Непонятно чё. Чё, ребята? Второй где там? Чё за ботва? Чё за точила, бля? Какая точила? Ты чё, чувак? Никаких точил. Чё за ботва? Чё за ботва? Чё за трупешник, бля? Почему нельзя с него снять чё-нибудь? Так. Чё это у нас тут?
ничего интересного. Так, а здесь что у нас? В туалете всегда что-нибудь есть необходимое. Вот же ярлычок этот появлялся. Ну где? Ну где? Ну, был же сарайчик. Во. Чё за ботва? Где все остальные? Или их двое тут только было? Так, нам прямо не нужно, я так понимаю. Какой милый туннельчик романтичный. Пробежимся сюда. Тупичок. Тупичок, да, тупичок определенно. Какой-то нездоровый причем тупичок. Мухи. Так, ладно. Значит, нам нужно в романтичный туннель. Вернемся к дрезине, подгоним ее, а потом разведаем обстановочку. Чё за точила? Сейчас сядем на точилу и подъедем. Лоурайд. Так, да. Заряд заканчивается. Пойдет. Лоурайд в прямом смысле этого выражения. Хаш, панч. Так, давайте теперь обследуем. Прям как в халфе. Как там назывался эта глава? Под напряжением, я уж не помню. В первый. Что-то как-то мрачновато здесь. Сейчас я пожалею. Где, откуда звук? Че это такое? Не долез. Реально тухлая. И главное, протаранить препятствие дрезины. Это мы протараним. Сейчас я тут посмотрю, что за дела тут творятся. На. Чё за? Чё-то фризы какие-то поперли нездоровые. Там в том туннеле вообще реально западло на постой. Нас тогда пятеро шло, ночи со всех три стволах нас фонарями. Ну и как за поворот чисто зашли, всё, туши свет, бля, на полос. Впереди чисто туман, бля, какой-то. Только чё, сука, понял? Мы в него рэх, и фонари все сразу багрово шляба накрыли, сука, ты понял? Я пацанам чисто шел за ботва, типа, вы тут как, чё, бля? Они такие, ну типа не ш... Голоса оттуда стрёмные, будто не их. Ну так, типа, рух... Что-то рассказывает интересное, не успеваю, в смысле, да, но геймплей отвлекаюсь, не успеваю прочитать. Мы бы мелких пригнали, чё дальше? Ну чё сказал? Работорговцам загоним, да? Берут же, чё? Баб попользуем сначала. Охранники раскинули, и туманы-то чёрные из них, бля. Ну потыпал я, брат. Тут чисто как заорёт. Глаза, бля, режет. Выбил зажигалку, на. Я как ломанулся к станции. Ну и всё, попали вообще с концами. Жесть, бля. А мне, короче, друган рассказывал. Ничего. Ничего не носит бандюги с тобой. Там такая залипуха чистая. А ты чё рыпнулся? Только оружие у них и есть. Ну типа,
Пацаны, какие у костра греются, ты чё? Короче, вообще без шума и пыли. В туннель. И всё. С концами на. А все же в курсах чисто, что там и бригады ловить нехрен. А тут забывают типа. И вот спросишь чисто такого, куда, мля, намылился? Говорит, позвали. Хозяин позвал. И все. Кого так, мля, позвали? Полюбас хана. Да. Его хоть веревкой к шконке прикручивай, зубами перегрызет и в туннель. Да, мля. Рассказал на. Аж холодно стало. Чаю, мля, выпить или чё? Чё? Ничего. Хоп. Без палева. Ридик. Ридик стайл. Пощади! Пощади! Давай, пощажу. Это надо. Гад, гад, убийца! Не убивайте! А, мля, сука, хотел тебе! Тревога. Работает спецназ. Где-то там еще один чувак сидел. Нет. Да ну давай, что ли. Зачистка произошла успешно. Только я не понял, куда женщину куда увели. Надо вернуться, что ли? Ай! Что-то рука затекла. От напряжения. Кстати, уже скоро четвертый час заканчивается. Так, 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 погодите, куда идти, куда идти? Не понял. Вообще не понял. Как так получилось? А, понял, теперь понял. Чё мне там понаписали? Проторнить препятствие дрезины, всё то же самое. Блин, не понял, чё, я спас эту тёлочку или не спас? Ну да ладно. Так, сейчас тараним препятствие дрезины, и, наверное, как раз можно будет заканчивать четвертый час. Давайте пошустрее. Ой. Ой, неприятно, да? Ой, неприятно. Ну вот, моя любимая дрезинка вышла из строя. Ну как так? Да, спасибо. Так, надо подзарядить. Так, ну давай. Посмотрим, что нам там пишут. Да что такое? Вот эти вот заметки, посмотрите. Угу, я понял. Пешком, значит. Пешком, пешком. Вот это, наверное, радиоактивная какая-нибудь. Да, заброшенные места. Тихо. Кто? А вот и время для калаша пришло. Тридцать пять минут, да, заканчиваем. Я помню, помню, помню. Так, 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 так. Тут своя атмосфера, да? Я понял. Ну, стелси здесь уже не вариант.
Чё, давай, подходи по одному, кто смелый. Ладно, там был чекпоинт, так что... Тихо, не рычи. Не рычи, я тебе говорю. Так что закончим на этом четвертую часть прохождения. До встречи в пятой. Блин, все. Да, не, погодите, давайте я выскажу что-то такое промежуточное мнение. Ну, действительно, атмосфера так накаляется, становится все более осязаемой и плотной. И это мне нравится. Действительно, я больше начинаю удовольствие получать от игры. А в основном, возможно, еще из-за того, что я вливаюсь в формат прохождения летсплея. Это тоже дает о себе знать. В общем, все пока нормально. Есть, конечно, кое-какие огрехи, но все это подробно в обзоре мы рассмотрим. Ладно, все, на этом четвертый час заканчивается. До встречи в пятой части.